Пусть всегда будет мир и не будет войны. Школьники поселка имени Шмидта подготовили для ветеранов и всех жителей настоящий концерт. В программе «Песни военных лет». Мария Маслова слушает их с замиранием сердца. Вспоминает, в 41-м учебный год начался в середине ноября. Учились с часа до 7 часов вечера в школе. А потом, значит, шли, ужинали и нас направляли на колхозный двор. Там обмолачивали снопы комбайном до 12 часов. А потом отпускали нас домой, спали. Это первый фестиваль тюльпана ветеранам в поселке. При поддержке администрации железнодорожного района и совета ТОС школьники решили продлить праздничное настроение. Вообще в поселке как бы дети очень отзывчивы, очень открыты, искренне. И души такие еще чистые. Я думаю, что для них это на самом деле по-настоящему все. Праздник получился на славу. После концерта все желающие смогли отведать каши из полевой кухни. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События.